the Tanzanian fashion show is a lot of energy, a lot of music, a lot of happiness, because especially we are concentrated the show on the swimwear collection, which means holidays. We liked it a lot. We think like the music we are doing, deep house rock music, fits a lot with the modern world because the song is like in 120 BPM. It's like boom, 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 and it goes very well with the bulk of the body. We feel like a good vibe, you know, and it was really interesting to do that, and we want to do that again. Было нереально атмосферно, нереально крутая музыка. Мне нереально понравилось. Мой фаворит – это блестящий, классный топ. Обязательно буду покупать. И еще мне хочется, чтобы в Тезенисе появились аксессуары, которые были на моделях. Эти потрясающие кепки, ремни, украшения. Мне надо абсолютно все. Мне понравилась коллекция, которая была в светлых, белых тонах, с перьями, с разными такими штуками, с кружевами, потому что, мне кажется, она более романтичной и такой напоминает сразу пляж, песок, солнце. Сразу хочется куда-нибудь на море. Мне очень понравилось настроение, очень понравилась атмосфера, которая царила на шоу. Очень интересно придумали это Тезенис, разделив шоу на несколько этапов и подобрав каждому подходящую музыку, подходящую стилистику. Было очень здорово. Были такие интересные цвета, оттенки, узоры. Мне хочется пересмотреть сейчас это уже все в фото, видео и, конечно, выбрать что-то себе.